Всем добрый день. У меня тут уже такая деятельность идет. Здесь у меня макароны по-флотски будут. Салатик нарезала, моцарелла с помидорами, а это мужу с луком. А сейчас пойду наверх, еще схожу. Так, это надо убрать. Это за альпака. Ну, как всегда, я забыла, как ее называется. Альпака. Не помню. В общем, и давно я вообще свой огород не видела. Как всегда, загорает. Он любитель позагорать у нас. Ну, вот, в принципе, мой огород. Сейчас я его заодно полью. Хотя нет, поливать не буду. Он вроде бы и так политый. Нормально. Вот это, смотрите, как растет. Скоро уже буду свою есть. Капусту. Лучок как-то не очень. Укропчик тоже не очень. Ну, будем надеяться, что примется. Говорят, что похолодает по всей Испании. Но у нас погода отличная. Как и в принципе, всегда. Тут прям так жарко, так тепло, так хорошо. Дома, конечно, дубак. Так, ладно. Берем вот эту травку и иду вниз. Что-то я погорячилась, здесь на целую армию хватит. Ну да ладно. Салатик себе забацала уже. В общем, на понедельник останется. Всем приятного аппетита. Лезу на гору. Сегодня с утра пораньше на работу. После обеда пораньше на работу. Ой, вы знаете, лезу. По мне вот эти вот лазения по горам... Я лучше на сумбе 3 класса отпляшу, танцую, отпрыгаю, чем вот это вот лезть на гору. Я ненавижу лазить. Вот эти подъемы. То есть вот так для меня вот так смотрится. Здесь очень крутой подъем. А пипец какой-то. Ну надо. Тут осталось немножко. Буквально вот эта 100-метровка. Вот честное слово, не люблю я подниматься. Фух. Ай. Это прекрасный вид, какой открывается. Фу, залезла. Ах, можно отдышаться. Там замок. Сердце тут. И вот так вот. Чарли, ну там дорога. Видите? Все, пошла на работу. Работать. Что-то тут дерево было большое. С этим, с инжиром. Вырубили, походу. Да. Кому мешало? А, нет, вот оно стоит. В смысле, вырубили? Он чуть-чуть подальше. Вот оно. А как он там? А, прям гляньте, на камнях. Ну надо же. Прям на камнях. У меня сейчас уже клиентка ждет. Пораньше сказала, чтобы пришла. Потому что потом еще есть клиенты. В общем, да. Надо работать на налоги. И на шопинг. На шопинг главнее. У нас ресторанчик вот такой есть. Что-то у нас открыт. Странно. Время уже такое позднее. Он открыт. Обычно вот тут паркуюсь. Вот тут. Или вот там за углом. Или вот там вот паркуюсь. Ну, где-то здесь. А сейчас пешкарусом. Пришла.
Смотрите, какой у нас закат красивый, правда? Погода замечательная, народ гуляет, вообще суперская, я отработала. И что-то думаю, светло еще. Сейчас, знаете, дни прям заметно увеличились. И думаю, пойду погуляю с Чарли. Встретила знакомую, поболтали минут 10. Вот, и все. Пока это, а знакомая тоже говорит, ну, увидела Чарли. И такая, ой, как он говорит, глянь, не гавкает, даже и это без привязи идет. Я говорю, на улице он у меня самый добрый, самый хороший пес на свете. Она просто увидела в парикмахерской, в машине, а он там же постоянно, как говорится, защищает свою территорию. И вот, а тут ходит, гуляет, ему никто не важен. Такая вот у нас замечательная погода вообще. Январь месяц. Люди рыбу ловят. Там одна англичанка вообще в воду полезла. Я, представляете, такая в шарфе иду. Ну, потому что с моря прохладный такой ветерок дует. А она полезла в воду. Не знаю. Я бы не рискнула. Я не морж. У нас после января, после праздников, обычно все рестораны закрываются. До праздников в декабре, недели на две, и после вот закрываются. Либо на ремонт, либо еще на что. В общем, такая глухомань начинается. Смотрите, какой закат. Классный. Да, Чарли Браун? Помните, раньше я вот по этой лестнице вот оттуда спускалась. И вот когда у нас дожди были сильные, оттуда вот камень упал. Сколько-то там тонн, в общем, огромное каменище свалился. И все это сейчас перекрыли на ремонт. И там вообще все поломалось. В общем, камень какой-то свалился. Представляете, вот так идешь, идешь. Вот так красиво, там самолет светится, подсвечивается. Только как его? Вот, смотрите, на солнце. Светится. У нас вообще рядом аэропортов таких нету. В Гранаде там небольшой есть, но он в 100 километрах отсюда. В общем, самолеты редко летают. В общем, да, камень свалился, все перекрыли. И все. Теперь я оттуда не спускаюсь. А так я уже прям, это классно было бы. Спустился, вот тут прогулялся, потом пошел, там машину забрал. Ну, ого, с какой там аппаратурой. Я тебе снимаю своей маленькой камерой. Тут вообще отели хотят построить, но это очень эти борются зеленые, как и Greenpeace, за то, что здесь природа, здесь много обитает разных животных, и вот что здесь нельзя строить, типа того, это вредит нашей природе. И вот все это уже лет 10 вот так вот заморожено стоит. Да, Чарли? Кто там? Каменище какой свалился. Так идешь, идешь, на тебя глыба, фум, сверху. И все, и нет тебя. Сейчас сделаю себе чаю. Какого-нибудь вкусного. И доем лишенка. Скучно как-то мне, знаете. Суббота вообще какая-то скучный день. Работа, работа, быстро поел, опять на работу, и все, день прошел. Да, я знаю, что много, 80% людей так работают каждый день, не только субботу. Вот, прям с утра уходят на работу, потом вечером приходят домой. И только вот у них остается суббота с воскресеньем, 2 дня. Ну, наверное, человек просто к этому всему привыкает и все, потому что иначе бы, не знаю, груз тоска меня съедает. Ой, вот так изо дня в день. Рутина, а если еще и работа нелюбимая, то я представляю, вернее, даже не представляю, как это тяжело.
У меня-то работа любимая. Иногда, конечно, нелюбимая, но сегодня все нормально, все хорошо прошло. Когда есть клиентки привередливые, но у меня таких постоянных точно нету, которые привередливые, а которые залетные, ну, они как залетели, так и улетели. Поэтому мне еще повезет. Знаете, все думают там, типа, у меня же 60% клиенток это бабушки. Думают, вот они там вредные, привередливые. Я не знаю, у меня самые лучшие бабушки на свете, честное слово. Они ничего тебе там это, все, они наоборот, ой, как хорошо, этот цвет мне идет, ля-ля-ля, тополя. Вообще классные. Чаевые оставляют, мне звонят, когда они придут, там они вот там, ой, я заболела, я вот сегодня не приду, но я приду во вторник. То есть я не знаю, почему считают ли вообще люди, что все бабушки должны быть привередливыми. У меня самые лучшие бабушки на свете. Вот заварила себе банан с вишней и с этим, стевией. Сахарок-то нельзя. Ну, вернее, можно сахар, конечно, можно, но не нужно. И вишенки мне тут осталось немножечко. Я не люблю холодные фрукты и овощи, поэтому оставлю, чтобы они у меня согрелись. А где у нас все чашки такие? Что-то ничего не могу найти. Посуду не я мою, поэтому найти что-то очень тяжело. Куда-то все поубирает, потом ни хрена не найду. Че где находится, куда что запихивает? Не понимаю. В поисках всегда нахожусь. Мы, короче, все замерзли. Пойдем сделаем. Я себе чай горячий сделаю. Сделала. Муж там шоколад горячий пьет на вечер. Так, а я включаю обогреватель, чтобы у меня тут было тепло. И закрываю свою берлогу. Завтра буду краситься. Вот. Еще кое-какие планы есть. Но вы все увидите завтра. Вот что-то, да, свежо-свежо у нас стало. Или просто, знаете, ничего не делали, лежали. А что я делала? А я монтировала. И все, стирку поставила. Но я всегда ставлю на ночь на функцию стирать без центрифуги. То есть она мне сейчас постирается, как бы замачивание у меня будет такое. Вот, а завтра уже постираю, потому что у меня там спортивная одежда, вся спортивная одежда, и она у меня должна высохнуть. Хотя в понедельник я в спортзал не пойду. Но в понедельник мне некогда будет вешать все это, стирать. Потому что с утра я пойду. В общем, с утра все увидите сами. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. Спасибо вам за ваши комментарии. Я там гляжу, в России тоже зима наступила. В Инстаграме только мелькают. Снег, снег, белый снег кружится. А у нас его нифига нету. Сьерра-Невада, который горнолыжный курорт. И вообще голые, снега нету вообще. Тоже в Инстаграме у подруги подсмотрела. Мы туда, кстати, собираемся ехать, когда снег будет. Но холодрига, холодно обещают. Ну ничего, сейчас чаю попью, а потом уже и спать пойду. А в комнате у меня тепло будет. А вот. Так что встретимся с вами завтра. Кстати, муж у меня вот тут взял. И кактусенок у меня вот тут такой стоял. С другой, помните? Ну, короче, он его свалил не один раз. В общем, сегодня он его добил. Я, конечно, покричала немного, поругалась. Ну, а как без этого? Мне так жалко его стало. Кактусенок. Ай, ну а что поделать? Ничего не сделала. А, завтра, может быть, да, уберу вот это все новогоднее настроение. Но это все будет завтра. Так что всего самого наилучшего. Встретимся завтра. И всем пока-пока.